Если ты, как и я, не веришь в то, что марихуана – это особо опасное наркотическое средство, если считаешь, что потребление психоактивных веществ – это личное дело каждого… Если статья 328 сломала жизнь родного и близкого тебе человека, и ты точно знаешь, что он не заслужил такого наказания… Коли правы и свободы человека для тебя важнее за особистое ставление до темы наркотиков, и ты просто не сгодна с тем, что отбывается… 30 мая мы ждем тебя в Киевском сквере. На разрешенном митинге за декриминализацию и реформу статьи 328. Початок о 14:00. Приходь и бери с собой необъяковых людей.